Сегодня утром в центральной части Стамбула, недалеко от автобусной остановки, сработало взрывное устройство. Местные СМИ уточняют, что бомбу заложили в автомобиле недалеко от станции метро и полицейского участка. Погибли 11 человек, 36 пострадали. МИД Беларуси сейчас уточняет информацию, есть ли наши граждане среди жертв. В Турции за последние месяцы произошло несколько взрывов, каждый из которых власти квалифицировали как теракт. В частности, 12 мая у военной базы в Стамбуле взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. Несколько человек пострадали.